Сегодня в 10:40 я получил сообщение от дежурного по отдельному батальону о том, что на Мамоновском шоссе произошло дорожно-транспортное происшествие с пострадавшими. Прибыв на место, было установлено, что водитель микроавтобуса перевозил груз, а именно палет деревянный, который оторвался с кузова и ударил пешехода, который шел во встречном направлении. А от полученных травм пешеход скончался в больнице.